рассадах хризантемы лилии лучше всего растет на достаточно освещенных, защищенных от ветра участках. Почва для выращивания подходит хорошо дренированная, рыхлая, богатая органикой, слабо кислая. Зимуют растения без проблем. Зацветают хризантемы лилии на второй год после посадки. Период цветения длится с начала июля до конца сентября, начала октября. Соцветия небольшие, диаметром до 3-4 см, их небольшой размер компенсируется количеством. Во время цветения куст высотой до 70 см обильно покрыт насыщенными малиново-пурпурными бутончиками. Хризантема девичья лилия – это травянистые высотой 50-60 см, диаметром 8-10 см. Цветет растение в месяц июль-август-сентябрь. Окраска цветка малиново-пурпурная. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.